Всем привет, дорогие друзья, с вами Иван, и вы на канале Хаб ТВ. Мы с вами продолжаем прохождение серии Вольфенштейн. Да, серия Вольфенштейн. В прошлой серии мы поползали по кодам немножко Энигмы, поразгадывали. Да, донесение очень тревожное. В этой серии пойдем по основному квесту. Нас научили пользоваться машиной Энигмы. Мы нашли досье. Тихо, мудозвон, разбудишь обе, я тебе шею сверну. Вот досье по Новому Орлеану. И вот мы сейчас отправимся в Новый Орлеан. Прости, несколько часов не могла ее уложить. Да все нормально. Так, не кипишуй. Другие новости. Министр внутренней безопасности генерал Энгель поклялась очистить Америку от, цитирую, преступников и террористов. Конец цитаты. Как ты знаешь, очень расплывчатое заявление. Сегодня поговорим с леди Хеленой о новом фильме, самом дорогом в истории кинематографа, который расскажет о поисках и аресте жуткого Билли. Мы зададим леди Хелене главный вопрос. Кто сыграет жуткого Билли? Есть ли актер, способный передать на экране все зло одного из величайших убийц в истории? Штаб, 5 минут. Мои братья и сестры. Я уже очень много раз слышала о лидере сопротивления. Лидере по имени... Не получилось печеньку захавать. Простите, никак не настрою заразу. Хортон. Хортон и его отряд прячутся в гетто Нового Орлеана. У этого лидера есть важные контакты с другими уцелевшими ячейками сопротивления в США. Ты, Бласковец, отправляйся туда и заручись его поддержкой, лады? Все очень просто. Однако, как провернуть обычно. Это непросто. А, нет, не просто. Нацисты окружили Новый Орлеан охеренно высокой стеной. Тяжелые орудия на вышках, а береговая линия утыкана минами. Подлодки туда не пробраться. Ну и что? Да хер с ними! У нас есть кое-что еще. Что у нас есть? А, типа, они про эту маленькую лодочку. Там кто-то, походу, внутри развлекается. Простите, что, нужна лодка? Да, твою мать. Аня, говори, куда стрелять, Грейс. Вы с Фергюсом проникнете в сторожевую вышку восточного периметра, которая на озере Борган. Отключите мины, мешающие нам войти в озеро Панчартрейн. Тогда мы прибудем на этой подлодке в город и заберем всех выживших. Куда они беременную бабу отправили воевать? Абсурд. А, ну ладно, все нормально. Если у них рука такая бегает, все отлично. Новый Орлеан надеется на нас, братья и сестры. Он уже когда-то в торпеде плавал. Когда молот Евы захватывали, его в торпеде туда привезли. Так что Билли не привыкать. Доставай пушку и погнали. Так, дробовик. Я думаю, Бласковец, что мы здесь возьмем. Мне нужно, чтобы ты перебрался через эту огромную стену. Ищи любой проход, который позволит тебе попасть внутрь стены. Пошли искать проход. Эй, Бласко, чтобы попасть. С тех пор, как мы здесь, я не видел гражданских. А вот кого наоборот полным-полно, так это нацистов. Ну, неудивительно. Надеюсь, тебе повезет найти выживших. Конец связи. Ух ты, нихера себе стену они отгрохали. Слушай, как они вообще смогли построить такой вот огромную стену в такие какие-то короткие сроки? С помощью этого супербетона, который... Про который Сет говорил еще в предыдущих частях. Открытка. Странно, что она еще осталась. Ух ты, это что, крокодилы? Нихера себе, точно крокодилы. Опа, вот нам сюда. Да?
Ага. Вот тебе и минусы этой штуки. Заходим сразу как... Добрый день. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, лазер, надо прятаться. Блин, гранат нету. Сука. Слушай, рикошет вообще вещь. Прям то, что доктор прописал. Так, мне кажется, мы немножко не в ту сторону двинули. Типа здесь есть какой-нибудь проход дальше? О! Это нам нужно. Так, ну все, здесь тупик. Хорошо, возвращаемся. Тогда нам нужно вниз. Вот зря я, конечно, снайперский прицел не сделал. Слушай, а у нас есть очки этих оружия? Да, у нас же есть все, мы сейчас сделаем этот снайперский прицел. Ага. Ну все, и можно его убирать. Какой-то слабенький снайперский прицел, если честно. Так, ладно, херня, погнали. Дайте мне дробовик обратно. Ой-о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 й. Нужно брони надыбать. Надыбали. Гранаты, гранаты, давай сюда. О, сейчас повоюем. На тебе гранату. Смотри, он с гранаты упал. Я в него попал, он просто упал. Так, бронька. Это хорошо. Забираем. Все забираем, все, что тут есть. Опа, это нам на сладенькое приготовили, да? Так, 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 так. Слушай, давай еще ручную гранату улучшать. Чтобы она лучше гасила всех вокруг. Конечно, хорошо им просто в нее кидать и попадать, чтобы они падали. Но было бы здорово, если бы она еще убивала их взрывом. Блять, что это было? А, и нам, кстати, знаешь еще какой навык нужно вкачать? Вот этот. С разбега убивать их, ну, толкать на бегу. Мы сможем больше брони поднимать. Где этот, блин? Черт, здесь что ли? Не, погоди, нам нельзя уйти, пока я не хочу за спиной оставлять врагов.
Где ж он? Чего не обозначится никак? 13 метров, 14-16. Так, я понял. Не в ту сторону мы двинули. Сука. Вот и все. О, сжимающий корсет бы сюда можно было подойти. А почему закрыт, интересно, проход? Перикол. Или это так просто сделали, как-то для красоты, да и все. Ласковец, иди к старому зданию American Band. Опа-на. Там должны укрываться Хортон и его группа. Найди их. Убеди присоединиться к нам. American Bank. Какой нынче курс доллара? Не очень хороший. Блин, я не достал эту собаку. Это плохо. Сейчас она меня здесь будет кошмарить на улице. Вон она идет. Хорошо, что я вкачал эту штуку взрываться. Ой, отлично. Убил кого-нибудь гранат? На. Хорош. О, блин, пиздец, вот это я неудачно выскочил. Давай-ка мы во вторую руку возьмем дробовик. Нет, вот это. Вот так вот делать будем. Здесь есть что-нибудь? Давай записочку быстренько осмотрим. Записка бойца сопротивления. Броня. ХП. Все, что нужно, мы взяли. Вот это было неожиданно. Все, мы полностью выполнили. 250 из 250. Да. Все, теперь мы можем бегать, если захотим, только с двух рук. Полностью выполненное задание. Да блять. Кто здесь живых остался? Вроде же всех завалил. Так, ручная граната. Где еще? Ой, отлично. Прикольно. О, патрончики. Нужны нам патрончики. И очень много их нужно. Здесь на втором этаже нам оставили. Броня, ну у нас максимум. О, а хпшечку возьмем. Так, а куда мы двигаем-то вообще? Сюда, что ли? Да, все верно. Пошла сохраняшка, значит, мы идем верной дорогой. Блин, можно было просто в эту штуку выстрелить и всех положить. Все забрал, погнали дальше. Так, блин, не все забрал. Где я? Патроны? О. Новый Орлеан. Тебя не вернуть. Опять пессимистические какие-то тех, кто тебя настроения. Уничтожил. Там людей расстреляли. Чё на воздухе взорвалась? А ты чё не умер, блядь? Ой-ой-ой. Похоже, придется срезать через это здание. И как мне это сделать?
Так, погоди. Для корсета отверстие. И, наверное, дверь можно вышибить. Нет? Блин, дверь не вышибается. А, погоди, так вот, вышиб. Она просто упала. О. Вот эту штуку можно пробить 100%. Давай сейчас посмотрим, что тут есть. Патроны, броню поднимем, все как обычно. О, заряды у нас, кстати, заканчиваются для нашего лазертагера. Опачки. Хорошо. Слушай, а что мы еще вкачаем? Оптический прицел. Улучшен обзор при прицеливании. Блин, ну, использовать... Ну, давай посмотрим. Посмотрим, как он будет выглядеть. Можно иногда всяких чувачков на дальние дистанции. Могу отключить это? Могу вообще отключить. Все, пускай будет. Гранаты. Карточку возьмем. Так, ну, наверное, сюда нам. Опять мы, типа, знаешь, на вечериночку заскочили. Такие, опа. Опа, здрасте. Блин, а чё граната отскочила? Не убил этого чувака. Да убить его, блин. Ой-ой-ой, хп-хп. Пиздец. Меня убили, блядь. Как так-то, блядь? Мне еще полно жизни было. Их двое там, что ли, было или сколько? Подсказочки читаю. Подсказывают, что можно деревянные ящики. Бля, а че я аж здесь откатился? Ну давай туда гранатку закинем. Опять мимо гранатка, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, взорвалась эта машина, да? Похоже, придется срезать через это здание. А, вот что и произошло. Так, пошли сразу быстренько все заберем здесь. Слушай, может оптический прицел тогда не ставить на этот лазертагер? Может что-нибудь другое сделать? Боевой пистолет. Приклад. О-о-о. Это будет хорошо. Дай мне дробовик, пожалуйста. Хочу дробовик. Попробуем мы сейчас другой дорогой пойти. Не в парадный, так сказать, вход. Хорош. Тоже неплохо. Так, собак. Докину до нее топорик, не докину. Ай, погнали. Есть, кого-то зацепил гранатой. Хорошо. Две гранаты были использованы не зря. Я к офицеру шел. Где-то здесь офицер крутится. А, он ранен просто был. Еще один. Буквально рядышком. Ой, жаль, граната не было. Как бы сюда хорошо я закинул ее, а? А, вот ты где, скотина. Да чтоб тебя, опять завалили? Ты ж... Как так-то меня споймали, а? Неужели сейчас опять заново?
Я знаю, что надо дальше что делать. Мне просто... Ай, ёб твою мать. Где робот этот? Точно, мы тогда машину взорвали. Только тогда он умер, а сейчас нет. Ну, сейчас умер. Похоже, придется срезать через это здание. Опять все по новой. Миша, все хуйня, давай по новой. Ой, мышь побежала. Так, боевой пистолет, пружинная загрузка. О, точно, надо же, кстати, скобами еще убивать их. Я их просто сагрю сейчас в одно место, чтобы гранаты хорошо закинуть. Ну, типа. Оставлю одну на сладенькое. Остался. Они меня просто разозлили. На одном месте столько раз убивают. Слушай, у меня терпение закончилось. Я их... Да это мне кот Энигмы, блин. Они мне еще пригодятся. Мне нужно будет этих обер-командо отстреливать. О, патрончики. Это очень кстати. И это тоже очень кстати. И это тоже. Все? Все забрали? Всех убили? Всех убили. Так, а это нам зачем? Пересечь большое помещение. Погоди, слушай, а у меня есть зарядка, кстати, для... Лазертагер разряжен наполовину. Давай подзарядим, раз мы здесь рядышком. Так, дай-ка я прицелюсь. Чтобы осмотреть... Похоже, я запустил мостовой кран. А, все. Нам нужен был вот этот кран. Но он был обесточен. А мы его типа сейчас дали ему электроэнергию. Окей. Кто мешал, я не понимаю, пройти снизу? Наверное, там не было дороги. Есть такое подозрение. Я сейчас быстренько пробегусь, посмотрю, может, здесь что-то сверху еще приныкали полезного. А, нельзя, недоступно, окей. Все, здесь все закончили. Где этот кран? Во, вот он. Продолжаем путь от вышки. Мины обезврежены. Фергюс пошел в разведку. Только что столкнулись с нацистами. Еле выжили. Уильям, не знаю, нормально ли это, но кажется, я из-за беременности слегка возбуждаюсь. Они не одни на канале, да? О, боже, на эту частоту все, что ли, настроились? Да. Да. Зашибись. Она тут решила пооткровенничать. Гранаты нашли. Самое главное, что мы нашли гранаты. Это максимум, хорошо. Ой, бля. Есть, 20... Слушай, мы убили 25 человек из 25. Мы первый выполнили. Но у нас должен быть теперь увеличенный запас гранат.
Давай кого-нибудь скобами убьем. Вот, слушай, прям в кашу его. Не, подожди. Так, ладно, слушай, с этим будем позже баловаться. У нас уже хп мало осталось. Почему его не размазал? Он его просто сбил с ног. Засчитано мне это? Не засчитано? Да, троих засчитало. Полезный навык просто, понимаешь? Типа больше брони могу подбирать. Как бы за броню это бывает проблемы. Патроны давай, не надо, да? С патронами все окей, говорит. Где броня? Вот. Тупик. Нужно проделать новый выход. Так вот же. Типа стену протаранить, нет? О, без... 4 гранаты у нас теперь есть. А почему он сюда показывает? Подожди, он хочет, чтобы я баллон взорвал? Ну давай взорвем. А, ну для этого, наверное, ящик гранат есть. Не понял. Это типа секретная просто комната или что? Слушай, похоже, это секретная комната. Просто вот это вот секретная комната. Давай сейчас посмотрим, что там. Да, ничего особенного. Да, я угадаю, это да, вот это проделанный новый выход. Ну ладно. Ничего страшного, проделали новый выход. А где лестница-то? А, вот же она. Господи, лестницу, блядь, потерял. Да ё-моё. Похоже на арену какую-то. Да, блядь. Хорош. Граната максимум. А, то есть это еще не все, да? Блять, не успел отскочить. А, меня уж уже с ног не собьешь, я же в скобах силовых. Это что было? Все? Я понял, почему я не умер во всей этой перестрелке, хотя получил нормальный урон. Здесь броня вся разбросана. А я бегал на этом месте и постоянно ее подбирал. Вот так вот. Куда мне теперь? А, скорее всего, сюда. Да? Да. Судя по всему, там кто-то сражается. Так мы сейчас подойдем. Тоже посражаемся. Сюда нам? Блин. А, нет, это секретка. Это золото я нашел. Блин, а куда нам тогда? А, ну наверх, все. Для дебилов беленьким выстелили, чтоб не заблудился. Так, у меня 4 гранаты. И... Кто там что кричит, я не понял. Говорит, Библию не читали. Тихо. Хорош, зацепил кого-то. Надо еще сейчас кого-нибудь зацепить. Типа вот так вот, втихаря. Бам. Блин, улетело далеко, не попаду, наверное, ни в кого. Опять ты. Ах, ёбаный в рот, еще и двое их сразу. Есть, готов.
Ой, ХП у меня вообще хорошо осталось. Иди сюда, говорит. Сейчас мы тут все соберем и двинемся дальше. Ты ж помнишь логику игры. Если мы здесь сейчас все не подберем, следующий уровень мы начнем. С мало ХП, мало патронов будет, без брони. А тут они просто так все разбросали. Дай сюда. Вот еще что-то лежит. Там мы могли здесь просто пробить и не лезть наверх, да? Могли. Но кто же знал? Если... Тихо. Гранаты. Ну, погнали. Что он тут? Лестницу нам спустил. Да ёп. Залазь. Тихо. Вот так. О, полез. Ну уже, сынок. Держи руку. Давай сюда руку, батя. Он сынком называет. Я его буду батей называть. А, это. Нет, нет. Я нашел эти тряпки на улице. Это на Хортон, что он похож, нет? А, ну Хортон, да, все. Бласковец. Бласковец. Жуткий Билли, а ты пламя, сынок. Ты разве не помер? Мне полегчало. Ну, жуткий Билли, не хочу грубить, но зачем тебя сюда занесло? Помимо спасения наших шкур. Я из круга Крайзау. Мы начинаем революцию. Серьезно? Здесь последнее пристанище раковых клеток вольнодумства, распространившихся по всему югу и дальше. О, да, мы изгои и нищеброды, то есть все, кто не относится к проклятой американской буржуазии. Вот этот человек, наливающий себе выпить, это мой старый друг Пэрис Джек. Пэрис Джек, дебошир, ловкач, убежденный анархист и офигенно играет на кларнете. Верно, Пэрис? Я не трублю об этом, я просто трублю. Чувак без воебонов чисто. Никого. Стойка. Да, на улице тихо. А вот это профессор. У нее глаз алмаз. Пятно на коровьем заду за 100 ярдов увидит. Гребаные нацистские твари. Пусть только сунутся. Мы им шепота поотрываем, это точно. Дадим славный бой напоследок. Аллилуйя! У тебя полно славных ребят. Идите к нам, хорошие люди всегда нужны. И как ты хочешь устроить свою революцию, жуткий Билли? Жуткий Билли? Мать твою, это же он. Да, сука, тебя не убило? Похоже, наш друг взял да послал святого Петра нахер. Он из круга. Их это вообще, то есть, не удивляет, да? Ах, твою мать. У нас гости. Пэрис, у меня слегка дрожат руки. Успокоишь мне нервы? Сейчас мы это исправим. Мне мама говорила, не верь тому, кто не умеет пить виски. Так что садись, жуткий Билли, и пей до дна. Это что еще за херня? Пойло старины Хортона. Ой, твою мать. Слушай, жуткий Билли, я уважаю твой порыв, но ничего уже не попишешь. Весь мир утонул в толчке, и нам лишь остается пить виски и смотреть, как его засасывает в воронку. Не ожидал, что ты окажешься таким трусом. Мы хотели устроить революцию еще до того, как сюда явились нацисты. Мы первыми начали борьбу за права человека. Ты знаешь, что такое права человека, жуткий Билли? Не знаешь? Ты же просто солдафон, да? Слушай, я рисковал жизнью за свободу, справедливость и американский образ жизни, пока ты и твои богемные дружки раздавали большевистскую пропаганду и агитировали на каждом углу против призыва. Какая нахер польза от равенства, если у тебя кишка тонка встать на защиту страны, когда в дверь скребется голодный волк? Мы боролись с империалистической военной машиной Соединенных Штатов Америки и алчными буржуями с Уолл-стрит. Они спешили отправить детей пролетариев на смерть в чужие земли и нажиться на этом. Это не их сыновья проливали кровь в боях, нет! Они звали таких, как ты, выполнять грязную работу, а сами подсчитывали барыш. Ты пешка, марионетка воротил из золотых особняков, а я вовремя понял, к чему идет дело, и послал их к черту. Но вы все же здесь с оружием в руках. Убиваете нацистов, как и я. Разница лишь в том, что вы опоздали. Может, надень бы вовремя форму, мы бы выиграли войну.
Не пролей эту дрянь на стол, Хортон, она его проест. Пей до дна, жуткий Билли. Храбрый прихвостень властной элиты. Слушай-ка, у меня нет времени на эту херню. Пора решать, сдаться и сдохнуть или дать бой. Жуткий Билли, я не хочу с тобой спорить. Я уже устал сражаться. Устал? Иди нахер! У меня скоро родятся дети. И я не хочу растить их в мире, где всем заправляют нацистские твари. Ну так что дальше? Спившиеся, трусливые и безголовые, большевики-вражденцы, в предатели пойдете? Он, походу, накидался уже. Пошел тут такие речи... А, ну да, он вообще вырубился, упал. Боже, боже, не видел, чтобы кто-то связно говорил после двух стопок пойла старины Хвартона. Ты молодец, Билли. Смышленый мужик. Ну, ладно, устроим революцию. Врубай! Феррис целый месяц ковырялся с этой собачкой. Твою мать, приручил ее? Залез под капот, подергал провода. Всего-то. Феррис парень умный, всегда сообразит, что к чему. Ну и какой план? Ты поедешь на ней, ковбой. Да, сэр. Ты выскочишь и отвлечешь нацистов, а мы тем временем отправимся в порт вместе со всеми, кто уцелел после чистки. Понял. Надеюсь... Так мы сейчас этой собакиной будем управлять, что ли? Она придет. Давай, погнали. Воу, полегче, легче, слышишь? Вот так. Учти, она у нас капризная. Хортон, бегом наверх. Нацисты слетелись, как мухи на говно. Проверка, проверка. Все в норме, жуткий Билли. Вперед! Вперед, так вперед, погнали. Такс, что умеет эта собачка? Сейчас узнаем, что она умеет. Где враги? О! Короче, она умеет плеваться огнем. Причем на хорошую такую длинную дистанцию. У нее есть броня, которую, кстати, они могут тратить. Подберем его броню? Ее не хочет подбирать. Или может ее нет, потому что мы сожгли все. Это что за херня, блядь, летающая? Так, блять, я застрял. Блять, мне кажется, кто-то там есть. Могу я слезть посмотреть? Да, могу. Слушай, я с этой собаки могу слазить. Блин, морозина. Так, у нас здесь был, оказывается, офицер. Даже внимания не обратил, просто высек его. Пошли еще патрончиков пособираем. В этом штабе. Электронное письмо. ХПшечка. Мне ХПшечка не нужна, у меня все с ХПшечкой в порядке. Электронное письмо еще какое-то. Ничего страшного. Потом почитаем все. Почитаем потом. Опа. Это все у меня по максимуму. Это уже... Опа, хорошо. Выход на улицу. Так, нам получается куда-то двигаться нужно. Сюда, что ли? А мы сюда на собаке пролезем-то? Блин, так что, мне ее бросать уже придется, получается? Песели этого. Ну, походу, да. Или это тупик? Или это просто какая-то секретная комната? Не, походу, это какой-то тупик. О, ХП-шечка накидали. Так, ладно, подожди. Отлично, ты... Блядь, живая, слушай, смотрит за мной. Прям стрёмно стало. А, погоди, так нам сюда, наверное.
Да, все, все. Мы идем в нужном направлении. О, вот и враги. Представляешь, сколько бы мы замучились с этими чуваками в костюмах, если бы у нас не было и той собаки на собой. Опа, брейкданс. Я без огня этого даже ничего здесь и не вижу. Типа, оп, и темно. Будем подсвечивать. Так, пройти через катакомбы. У нас задание обновилось. Тише, тише, тише. Кто стреляет? Ну, блядь, красный сидит, а? Наконец-то достойный противник. Наша битва будет легендарной. Ну, или не легендарной. Как-то легко я его разделал. Дай броню. Дашь? О, дает броню, слушай, точно поднялась немножко. Мы все собрали. Песик, ты был мне верным другом, но сюда тебе явно не пролезть. Ну, это мне говорят, что нужно его оставлять. Блин, жалко. Хорошая собака. Можно было бы дальше его брать. Зверюга такая. Все, дальше мы чисто своим ходом. Ой, блядь, тут еще и плавать надо. Слушай, давай, знаешь что, на этом моменте, наверное, мы с тобой закончим. Серия-то уже к концу подошла. А в следующей серии продолжим эвакуацию из Нового Орлеана. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Я надеюсь, тебе было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и наилучшего. Все, счастливо, пока и до свидания.